«Теннис большой – это хорошо», – поет известная рок-группа Ума Турман. С этим трудно не согласиться, наблюдая за игрой участников 6-го открытого любительского турнира по теннису, который проходил 16-18 июля на кортах физкультурно-оздоровительного комплекса «Фрегат» Измаильского управления водного хозяйства. 42 участника турнира возрастом от 25 до 66 лет не только из Измаила, но и из других городов Украины самозабвенно сражались за победу, несмотря на сильную жару. Соревнования проходили под эгидой областной федерации тенниса. Генеральным спонсором турнира традиционно выступила торговая марка «Левада». Турнир проводился в парном разряде среди мужских команд по олимпийской системе с розыгрышем всех мест. Для выигрыша матча необходимо было одержать победу в 8 геймах одного сета. В завершении финальной игры на второй день соревнований были определены победители, которыми стали Александр Иванов и Денис Ковальчук – первое место, Павел Никитин и Юрий Шушаков – второе место, Александр Дьяков и Артем Степаненко – третье место. Победителей награждали заместитель городского головы Лариса Дзиковская и директор турнира Николай Бажина. Я действительно восхищаюсь вами, потому что помимо того, что теннис сам по себе сложный вид спорта, еще и приведенный вами в столь невыносимых жарких условиях, вы провели достойно. Обладателям призовых мест, а также полуфиналистам Михаилу Лавруку и Валерию Польшакову были вручены кубки, медали и грамоты. Каждый участник турнира получил памятный приз. После церемонии награждения для победителей турнира, его участников и болельщиков был накрыт праздничный стол с продукцией торговой марки «Левада». Татьяна Диченко, веб-студия «Курьер».